Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим пусковые провода, они же провода прикуривания, компании CarLife, моделька BC622. В комплекте идет два провода, красного и черного цвета, для подключения плюсовой и минусовой клеммы аккумулятора. Длина проводов идет 2,5 метра и рассчитаны на пропускную способность до 200 ампер. Провода идут в чехле, что будет удобно для транспортировки и хранения проводов. Также указаны сзади на чехле инструкция по эксплуатации и меры предосторожности, которые обязательно нужно придерживаться при прикуривании аккумуляторов. Давайте рассмотрим поближе провода. На каждом конце провода есть крокодилы. Крокодилы выполнены из меди, точно так же, как и сам провод, также идет медный. Обязательно при выборе проводов прикуривания обращайте внимание, каким образом они крепятся к крокодилам. Это должно быть хорошее крепление, надежное, без люфтов, чтобы избежать нежелательного отсоединения. Также данные крокодилы рассчитаны на абсолютно любой размер клемм, имеют хорошую прижимную силу, что позволит избежать соскакиванию или слетанию с клемм аккумулятора.